Нигилизм езидской нации или путь к забвению. В 21 веке отношения между национальными меньшинствами и титульной нацией остаются мощным источником конфликтов между различными народами. К сожалению, езидская община не является исключением. Борьба, так сказать, проявляется следующим образом: она затрагивает такие деликатные вопросы, как историческое первенство, культурная идентичность и так далее. Демографические факторы часто трудно установить и представляют собой спорный вопрос. Культурная идентичность, а именно ее сохранение для нас, езидов, является существенной проблемой. Популярность культуры большинства является более притягательной и интересной, нежели твоя культура меньшинства, в которой есть множество вопросов, на которых получаем мало ответов, поэтому езидская молодежь теряет свои корни. Как мы знаем, молодежь – один из главных механизмов распространения и сохранения наследия настоящего. Если мы сквозь рукава будем относиться к нашим детям, не будем прививать им интерес к езидским традициям, религии и родному языку, тогда результатом этого будет ассимиляция и забвение нашего народа. Мы живем в эпоху, где другие народы сохранили часть своих консервативных взглядов и модернизировали свои традиции под новые реалии, этим самым они дают своему наследию шанс на существование. Перед такими маленькими народами, какими являются езиды, появляется проблема глобализации. Если мы, езиды, будем успешно в кавычках закрывать глаза на современные реалии и говорить, что раньше трава была зеленее, судьба нашей молодежи будет под вопросом. Чтобы достичь какого-то консенсуса, порой стоит идти на уступки, и это не подразумевает слабость, а скорее речь идет о дальновидности. Нам нужно создать благоприятную обстановку для нашей молодежи, в которых есть искра надежды на будущее. Давать советы, показывать лучшие и худшие стороны нашей общины. Прекратить внутренние распри и навязывать свою правду. Нужно научиться показывать нашему молодому поколению, что мы тоже можем быть едины в нынешних реалиях. Молодежь – это своего рода книга, в которую мы пишем нашу историю. Главное нам достучаться до молодежи и открыть эту самую книгу. Также, помимо проблемы, которая сталкивается езидская молодежь, езидская община имеет ряд других проблем путей развития. Езиды могут пойти по пути маргинализации и радикализации, что естественно приводит к более агрессивному пути развития для общин. Этот путь приведет к забвению нашей езидской общины. Нигилистический путь развития, когда община закрывает глаза на многие проблемы и старается быть тише воды. Этот путь приведет к ассимиляции, и многовековая езидская идентичность канет в небытие.